Я вас верю, братья. Вы вообще мощные. Ой. Ой. Напугать человека тоже до смерти можно. Что мне делать? У меня плохая это. Хорошо, ребят, привет. Так, это не имеет значения. Я эту загадку отгадала, когда училась в 9 классе. Спасибо, хорошо. Ой, да что это у меня все? Подсказки будут, привет. Привет, подсказок. Это и так легкая загадка, по сути-то. Братья, вы чего? Нет, предыстория загадки. Мы ездили отдыхать с мамой, и на Донбай мы ездили. Мы пришли в ресторан, и там сказали. Короче, вышел ведущий и сказал, то, что тот, кто отгадает, какой столик первый отгадает загадку, тем оплачивает счет. Ну, за счет заведения кушает. 10 минут все думали-думали, по итогу я отгадала. Тут я молодец, да? Такая я. Полный зал был, между прочим, прям заполнено. Поэтому давайте отгадываем. Я вас верю. Ой. Как можно убить курицу, как нельзя убить человека? Как? Это очень просто. Всю загадку можно не рассказывать. Просто как можно убить курицу, как нельзя убить человека. Я вас верю, ребят, реально. Вы мощные, я вас верю. Вот это было страшно. Не просто глагол, нет, там ни одно слово. Думаем. Давайте, я верю в вас. Ну. Реально, кто отгадает эту загадку, я на него подписываюсь и вообще фанаткой становлюсь. Привет. Спасибо, я этому как рада. Нет. Так, кто в интернете нашел, не считается. Никак нельзя, неправда, можно. Так, еще раз повторяю. Как можно убить курицу, как нельзя убить человека? Ой, спасибо. Вот как можно убить курицу, как нельзя... Нет, с крыльями нет. Она не умрет за ночь. Она будет истекать кровью, но она не умрет за ночь. У человека есть всего одна ночь. Никаких подручных средств. Вот. Разбить я что? И она умрет от депрессии. Ну, в принципе, возможно. Ой, утка! Спасибо! Это мой любимый, кстати. Как его? Блин, что за милота? Утка. Клюв сломать. Нет, она не умрет. Человеку, если нос сломать, он умрет? Нет. Не давайте пить, за ночь не умрет. И человеку тоже, если не давать пить, он умрет. Тут суть, что как можно убить курицу, как нельзя убить человека. То есть там... Спасибо! Очень приятно. Очень-очень приятно. Это вам.
Поймите, нет никаких подручных средств. Просто курица и человек. И как можно убить курицу, как нельзя убить человека? Спасибо за розочки. Спасибо большое. Давайте загадка мощная, реально. Я ей все эфиры вывозила до этого. Ну, заходили те, кто ее слышали, но они не должны были говорить правильный ответ. Это очень важно. Вот. Давайте я вас верю. Правда. Нет. Если ощипать курицу, она не умрет за ночь. Взглядом, ну да, стопудово. Да. Если ты знаешь прошлый эфир, не говори. Спасибо за розочку. Отпинать человека тоже можно отпинать. Спасибо за розу. Не отпинать, не сварить, не сжечь, не порезать. Это можно сделать с человеком. Вот. Я тебя запомнила, потому что... Спасибо за розочку. Очень приятно. Спасибо большое. Ой. Я вас верю, реально. Спасибо за огонечек. Привет. Всем привет. Давайте загадку отгадать. Я, ну реально. Я вас верю как никогда. Итак. Да не знаю. Ну, подумайте. Я понимаю, вы не можете. Я тоже не знаю. Ну, это на логику загадка. И не нужно знать. Это не какая-то там на IQ. Короче, тут просто вот по логике. Вот вам курица. Смотрите, курица живая. Вот как ее можно убить? Как нельзя человеку, например, убить человека? Вот что в курице есть такого? Не крылья, это фигня. Вот именно вот самое... Блин, я не знаю даже, как подсказать еще. Но когда я отгадала эту загадку, мне сказали, что я самка богомола. Как вам подсказка? Спасибо большое. Гриппом за ночь. Ты так. За гребешок. Нет. Так. 13.06. Сейчас, секундочку. Когда это было? Когда это было? Июнь. 13. Я запуталась. Сейчас, секундочку. Мне 20 лет. Да, за ночь нужно убить. Привет. За ночь нужно убить курицу. Так, как нельзя убить человека. Педикюр. Педикюр под носками. Волгоград. Спасибо за розу. Очень приятно. Так, 8, 100. Так. Спасибо за розочку.
Я из Волгограда. Тебя никто не знает, ну серьезно. Ну, человека же тоже можно ударить.